Я приветствую всех тех, кто эту минуту слушает радиостанцию «Голос России» или смотрит трансляцию на нашем сайте www.ruvr.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие напротив, старательно забываются и фальсифицируются. Тема нашей сегодняшней программы – Народный комиссариат внутренних дел и Лаврентий Павлович Берия в годы Великой Отечественной войны. У нас в гостях известный российский историк Арсен Матерасян. Арсен Бенникович, я рад вас приветствовать у нас в гостях. Да, я тоже очень рад, что попал к вам. Арсен Бенникович, мы с вами беседуем незадолго до скорбной даты, которая, мне кажется, сколько лет не пройдет, она всегда останется скорбной. 22 июня 41 года. Да, самая страшная война не только в истории России, да, в мировой истории. Но до сих пор мы почему-то очень любим верить в мифы о той войне. В мифы самые разные. Хотя, казалось бы, да, у нас события Великой Отечественной войны – это некая национальная идея, да, некий объединяющий стержень абсолютно для всех народов Российской Федерации, а раньше, соответственно, Советского Союза. И при всем при этом, вот если так разбираться, то процент знаний в обществе о том, что тогда вообще происходило в стране, он ведь колеблется на отметке между нулем и ничем, к огромному сожалению. Да, но это же не только я считаю, это же очень многие коллеги наши с вами, они абсолютно согласятся и подпишутся даже под этими словами. И вот когда речь заходит там про 22 июня, Народный комиссариат внутренних дел, да, лично Лаврентий Павлович Берия. Вот абсолютно с кем бы вы ни поговорили, да, вот из среднестатистического сегодня гражданин России, он вам первое что скажет, ну, наверное, в ту первую страшную неделю НКВД работал со сбоями, просто некогда было расстреливать, нужно было уже спасать страну. Ну, согласитесь, что именно вот такая мифологема, ну, она к является... К сожалению, вы правы, к сожалению. Вот давайте с вами посмотрим. 22 июня 41 года, 4 часа утра, да, нам объявили, Киев бомбили. Как изменилась жизнь НКВД? Ну, для начала я бы хотел вот что сказать. Надо прежде всего отметить, что в начале 41 года НКВД СССР, Народный комиссариат внутренних дел Советского Союза, был разделен на два комиссариата. НКВД СССР и НКГБ. Народный комиссариат государственной безопасности с 3 февраля. С 8 февраля особые отделы были переданы в распоряжение Наркомата обороны. Они стали там третьим управлением Наркомата обороны. Вся разведка перешла в ведение НКГБ. В руках Лаврентия Павловича остались пограничные войска, внутренние войска, железнодорожные войска, разведка погранвойск, а также архивы, ЗАГС, пожарная охрана, местная противовоздушная оборона, ну и милиция вместе с уголовным розыском. Вот чем он располагал по состоянию на 22 июня. Что касается, значит, непосредственно вот, военного аспекта, то именно пограничники, именно разведка пограничных войск сыграла колоссальную роль в том, что накануне войны все-таки удалось установить точную дату и время нападения. Причем и пограничная разведка смогла это сделать в промежутке с 11 по 21 июня примерно полтора десятка раз. В том числе дважды зафиксировала выдвижение ударных группировок вермахта на исходной для нападения позиции. Первый раз, когда началось это выдвижение, оно было отменено по приказу Гитлера, потому что никак не могли договориться с Англией. Вот. А второй раз, значит, уже окончательно было это дело установлено. То есть разведка погранвойск смогла добыть уникальные сведения, потому что она ведет свою работу в непрерывном режиме. Они каждый день, каждую секунду видят. Это приграничная полоса, да, так называемая. Да, приграничная полоса, как говорится, онлайн-режим. Вот, и прекрасно, так сказать, все видели. Поэтому
та информация, которая давала разведка погранвойск, она шла и армейскому командованию. На этот счет были очень строгие инструкции со стороны всех ведомств. Армейскому командованию, армейской военной разведке. То есть все прекрасно знали, что когда начинается. Не было никаких, так сказать, вопросов в этой части. Но реакция армейского командования на информацию НКВД, а пограничники входили в состав, подчеркиваю, реакция армейского командования была крайне неоднозначной, вплоть до того, что был такой уникальный случай, просто до безобразия уникальный, когда командир 17-го Брестского краснознаменного погранотряда майор Кравченко, доложил информацию, последнюю информацию, 20 июня докладывал последнюю информацию о приготовлениях немцев к нападению, командующий 4-й армии Западного округа генерал Коробков приказал его арестовать. Хотя не имел на это никакого права. А Кравченко, простите, куда докладывал? В Минск, в штаб вот этого? Нет, он докладывал непосредственно, поскольку Брестский погранотряд находился в полосе компетенции 4-й армии, он докладывал, как говорится, по инстанции. 4-я армия для него была первой, так сказать, инстанция армейская. Вот он и докладывал ему. В результате был арестован. Только вмешательство, значит, Москвы заставила Коробкова выпустить на свободу командира погранотряда. То есть до безобразия. В других случаях просто игнорировали информацию пограничников, либо, так сказать, нахально заявляли, что это все провокация, вы, так сказать, паникуете, там, это недостоверно. Так ведь и Москва говорила, да, не поддавайтесь на провокации. Москва говорила, не поддавайтесь на провокации, потому что в стратегии Блицкрига действительно присутствовал элемент провокации. Они действительно пытались спровоцировать. Ведь сейчас по трофейным документам хорошо известно, что немцы до самого утра 22 июня непрерывно завывали от обиды, что Советы не дают никакого повода для начала агрессии. Никакого повода. Понимаете, что бы они ни делали, со стороны Советского Союза была железная выдержка. Пограничники вели себя изумительно просто. Хотя, откровенно говоря, так сказать, в пределах своих прав они все-таки и самолеты обстреливали. И был случай, когда в апреле, так сказать, завалили 5 самолетов. Это было. Это было. Я почему спрашиваю? Потому что у нас, да, вот я все время вынужден возвращаться к тому, с чего начинаю. Да, у нас одни мифы заменили другими. Значит, у нас теперь что говорят? Если, значит, Сталин приказал не поддаваться на провокации. Все, чуть ли там не патроны сдали. Пожалуйста, мы чисты перед Москвой. Ну, уже вот и до такого ведь тоже договариваются. Ну, это такие вещи имели, действительно, такие факты имели место среди армейских. Что касается погранвойск, там никто у них ничего не отбирал. Наоборот, пограничные войска уже в 21.30 находились непосредственно в окопах. Это 21 июня. 21 июня в 21.30. Единственные войска вообще, которые были приведены в полную боевую готовность в Советском Союзе по состоянию на 21.30, 21 июня, это пограничные войска, внутренние войска, железнодорожные войска по охране особо важных мостов и железных дорог в западной приграничной зоне. Ну, то есть только ведомство НКВД сработало? Да. И плюс еще, естественно, так сказать, вся система НКГБ была приведена в полную боевую готовность. Вот, так что, что касается армейских, ну, извините, пусть генералы сами за себя отвечают. Но это другая уже история. Да, это уже другая история. Теперь, значит, все необходимые распоряжения по линии НКВД Лаврентий Павлович Берия отдал еще 16 июня. То есть 16 июня был приказ Лаврентия Павловича о том, что в случае нападения пограничные войска переходят под командование полевого армейского командования. То есть, кстати говоря, этот факт очень многозначительный, не только с точки зрения того, что заранее знали, заранее готовились, он многозначителен и с той точки зрения, что мы ни в какие нападения не собирались. Пограничные войска под командование полевого армейского командования могут перейти только в одном случае. В оборонительных боях только. Другого ничего не может быть.
по линии, кстати говоря, всеми любимого в кавычках ГУЛАГа тоже был принят мобилизационный план производства оружия, прежде всего стрелкового, ручных гранат, мин для 50-миллиметровых. Это минометов. Тоже до войны еще. Да, 12 июня был специальный приказ о введении нового, так сказать, более форсированного мобилизационного плана. То есть даже по тексту этого плана видно, что готовились только к оборонительным боям. Потому что, прежде всего, там упор на ручные гранаты, на 50-миллиметровые снаряды, мины для минометов, а это оружие только близкого оборонительного боя. Ну, естественно, там автоматы, так сказать, производство автоматов, некоторых винтовок. Теперь, что касается непосредственно начала боевых действий. Начну с очень интересного примера, который... Все, практически все граждане нашей страны знают. Каждый год на 22 июня или на 9 мая показывают легендарный фильм Юрия Озерова, где... Это вы освобождение имеете в виду? Да, и там, значит, есть такой вот эпизод перед началом операции «Барбаросса». В ставке Гитлера Отто Скорцени, главный диверсант, докладывает, что вот они изобрели там этот вагончик с углем, а внутри там сидят диверсанты, а потом показывают, как это якобы было на самом деле. Ну, Скорцени просто на тот момент не был еще главным диверсантом, не докладывал Гитлера. Ну, Гитлер. Бог с ним, Скорцени. Дело-то в том, что там пока представлены войска, железнодорожные войска НКВД представлены, ну, если не совсем олухами, то растяпами. А на самом деле этот эшелон, во-первых, начал двигаться в сторону советской границы после 3 часов. То есть уже когда начался перелет границы. Это раз. Второе. Караульный тут же заметил необычность этого эшелона, потому что, вопреки правилам, паровоз был сзади. Тевтоны тут сами себя перехитрили, так сказать, пустив паровоз сзади. Плюс еще вагоны были значительно выше. Тут же раздался предупредительный выстрел со стороны нашего караульного. Это в Перемышле происходило. Естественно, немцы тут же ответили, так сказать, автоматной очередью. Одного караульного убили, второго прямо в караульной будке убили. Но третий не растерялся, выскочил и открыл огонь из ручного пулемета. Залег и стал обстреливать. Этот эшелон попятился назад. Выскочили уже остальные, так сказать, из роты охраны. Помогли и отбили эту атаку. А там представлено, что они спокойно вышли, всех перерезали. В этом фильме представлено, что они вышли, перерезали и так далее, и так далее. И как будто растяпать. Да ничего подобного. Выучка у войск НКВД, выучка у пограничников была настолько сильна, что один пограничник, даже если он погибал, хотя это крайне редко было, потому что они были в военном отношении суперэлитой, даже если он и погибал, но он предварительно как минимум 10 штук гитлеровцев на тот свет отправлял и штук 20 как минимум ранил. Ну, то есть это не было таким вот, да, как у нас опять же принято говорить, что это было абсолютно ни к чему не готовое воинство. Нет, что вы, что? Абсолютно неподготовлено, не знавшее даже, как там собрать трехлинейную винтовку, что? Поэтому у нас всегда катастрофический поезд. Ну, вы же как бы сами знаете все эти мифологемы, даже лучше, наверное, меня. Да. Войска пограничные, я хочу вот такой факт привести. С момента назначения Лаврентия Павловича народным комиссаром внутренних дел, значит, это произошло 25 ноября 1938 года, и до 22 июня каждый третий приказ по НКВД касался пограничных войск. Это была суперэлита. Они стреляли, одним патроном могли уложить и до 2-3 человек. Потому что снайперская выучка у них была просто колоссальная. Аналогичная выучка была и у железнодорожников. Все хорошо знают, что такое «Ворошиловский стрелок». Я имею в виду не знаменитый фильм, а, так сказать, по части... Ну, по крайней мере, я надеюсь, что хотя бы слышали, что это такое. По части боевой подготовки, да, то есть это как бы знак отличия снайпера. Так вот, в армии, значит, «Ворошиловский стрелок», да, и для гражданского населения тоже ГТО, так сказать... А, в общем-то, зачинателем снайперского движения в Красной армии, именно вот к началу войны, в начале войны, были именно НКВД.
Народный комиссариат внутренних дел, потому что пограничников снайперская выучка была просто колоссальна. Они не имели права стрелять так, чтобы пуля перелетела линию государственной границы. То есть, у нас здесь были историки погранвойск, они, кстати, об этом тоже говорили. Вот. Так что то же самое снайперская выучка у железнодорожных войск, у, так сказать, войск охраны особо важных объектов, потому что там, ну, сами понимаете, если гигантская нефтебаза охраняется, не дай бог он тут не туда стрельнул, то чем потом бед не обернется. Чем потом все кончится. То есть это люди были, и тот же самый Брест, так сказать, вот, ну, все хорошо знают вот знаменитую эту надпись, из-за которой, так сказать, слезы на глазах наворачиваются. «Прощай, Родина, погибай, но не сдаюсь». Да? Где она была написана, выцарапана на стене? В казарме войск НКВД. Это НКВД защищал Брестскую крепость. Вот хорошо, что вы об этом заговорили. А 8 часов Красной Армии уже не было в Бресте. Потому что у нас ведь истории, несмотря на то, что мы всегда говорим о том, что правду о войне надо, в общем, отстаивать даже на государственном уровне, у нас иногда получается абсурдная ситуация. Вот есть Владимир Богданович Резун, да, известный больше, наверное, под псевдонимом Виктор Суворов. Вот он написал в одной из своих книг главу «Зачем в Бресте были дивизии НКВД?» И сам же написал ответ, что «А для чего их туда послали?» «А для того, чтобы было кому конвоировать, когда, значит, пойдет освободительный поход». Этот миф, он настолько четко укоренился в обществе, что я вас уверяю, если мы сейчас с вами выйдем на улицу и опросим первых 100 человек, они вам все скажут, что надпись была сделана кем угодно, только не пограничником, не войсками НКВД, потому что они вообще занимались там совершенно другими делами. Да, войска НКВД там были, я не собираюсь этого факта отрицать, только передергивать, как это делает этот пресловутый Резун, я тоже не собираюсь. Войска НКВД охраняли железнодорожные мосты, объекты важные на этой территории. Это их задача была. Внутренние войска тоже, так сказать, находились там. В этой, в приграничной зоне, велось огромное строительство военных объектов. Использовалась рабочая сила из ГУЛАГа. Так, там, если мне память не изменяет, свыше 200 тысяч человек из числа советских граждан, ну, заключенных, участвовали в работе по строительству аэродромов. Там огромное количество аэродромов строилось в приграничной зоне по всей линии западной границы. То есть ничего удивительного. Строились, так сказать, фортификационные сооружения. На всю руку самой армии тоже не хватало. В конце концов, армия призвана для того, чтобы нести службу, а не строить. На всю руку армии не хватало, подключались, так сказать, войска НКВД вместе с контингентом заключенных. Что сейчас этого не делают, или в какой-нибудь другой стране заключенные не участвуют в строительстве. А передергивать факт, ну, господи, на то ему и платят из британской разведки. Пусть платят. Вот о войсках НКВД поговорили. Поговорили о пограничниках. Вот 22 июня, нападение Германии, ведь там же сразу активизировалась немецкая разведка, немецкая агентура. Насколько, вот можно проследить, насколько возрос процент работы НКВД на этом поприще в первые месяцы войны? Ну, я, во-первых, должен отметить, что колоссальный рост разведно-диверсионной активности германских спецслужб наблюдался уже с момента образования этих общей советско-германской границы. То есть с 1939 года. Резко пошло. Ну, это естественно, потому что вошли в непосредственные территориальные соприкосновения. И они использовали и старую агентуру польскую, так сказать, потом уж перехватили каналы. Вот, мы тоже... Это «Прометей», да, в частности, знаменитый? Ну, не только «Прометей», там достаточно было другое. Ну, пляцовка, пограничная разведка Польши довоенной. Пляцовка имела очень хорошую агентуру в приграничной зоне. Вот, и многие даже семьи, так сказать, польские, они бы так были разделены границей. Одна часть там живет, а другая на советской территории. Они все это использовали. Естественно, заброска агентуры... Огромное количество, там счет шел на сотни уже, на сотни, в прямом смысле. Если только одних резидентур разоблачили 66, 1530 с лишним там
агентов только было убито. А там еще хватали целыми бандами, там ауновцы, там, так сказать, аналоги белорусские были еще, к сожалению, так сказать, и это тоже факт. Я уже не говорю про националистическое подполье в Прибалтике, эти тоже ребята старались. Дело в том, что по планам Абвера, и которые, кстати говоря, отражены в плане Барбаросса, на территории Украины и на территории Прибалтики особых действий войска вермахта не должны были совершать по той простой причине, что они надеялись на помощь националистического подполья. Ну, в частности, по Украине прямо сказано, что второй отдел Абвера, значит, обеспечит, так сказать, необходимость. Там и были сформированы, да. И Нахтигали, и, да, Роланд. Но это потом они были сформированы, а я имею в виду вот накануне. То есть засылка агентуры, борьба с ней, так сказать, практически минуты там спокойной не было. Там не прорыв, только в последние 10 дней только на Минском направлении 211 агентов было заброшено. Всех их словили. Но, естественно, так сказать, до всех тоже руки не могли дотянуться. К сожалению, часть агентуры проскальзывала. Но невозможно, так сказать, абсолютную защиту поставить. Тем не менее, пограничники и внутренние войска с этим справлялись. Конечно, не надо забывать, что и мы, и наши тоже, так сказать, работали по той стороне. На ту сторону агентура направлялась, и разведчики направлялись, и ходили, так сказать, на проверку, на перепроверку информации. Вот. Но как только прозвучали первые выстрелы, к сожалению, эта агентура, которая, несчастью, смогла проникнуть на советскую территорию, начала усиленно действовать. Вот во всех мемуарах военных подчеркивают, что была нарушена связь. Да, к сожалению. Это действие агентуры, диверсионной агентуры германских спецслужб. Но кто виноват в том, что она была нарушена-то? Виноваты-то в первую очередь сами генералы, сами армейские. Не надо было прокладывать такие линии связи, которые, как говорится, каждый, так сказать, там, мотылек знал, где они проходят. Естественно, они их и нарушили. Элементарный закон, так сказать, борьбы вооруженной. Вот. Огромное количество взрывов, стрельба, так сказать, в спину частям Красной Армии. Это очень много. Ну, то есть полный букет. Да, полный букет. Диверсии, взрывы, что угодно. Так сказать, посеяние паники, так сказать, переориентировка движущихся войск в другую сторону, подставление их под прямой удар немецкой авиации или там артиллерии, так сказать, передача ложных приказов, огромное количество, так сказать, ложных приказов. Это, слава богу, теперь уже нашло отражение даже в литературе. То есть по полной программе, что называется, работали, но надо отдать должное и сотрудникам НКВД, НКГБ. Они смогли все-таки пресечь, ну, не сразу, конечно, не сразу, но смогли пресечь деятельность вражеской агентуры. К концу 41-го года, благодаря усилиям НКВД, которая опять уже воссоединилась, 17 июля воссоединилась с НКГБ, и особое отдел тоже вернулись, удалось совместными усилиями ликвидировать и практически свести на ноль вот эту деятельность этой агентуры. Потому что я хотел бы подчеркнуть, что эта агентура из числа вот бывших царских, так сказать, офицеров, из эмигрантов, вот эта агентура была практически ликвидирована. В эфире программа «Теория заблуждений». В студии Армен Гаспарян. У нас в гостях известный российский историк Арсен Мартиросян. Беседуем мы сегодня о НКВД. Это Народный комиссариат внутренних дел, если кто-то не помнит. В первые самые страшные месяцы Великой Отечественной войны. Арсен Мельникович, вот в очередной раз, по-моему, в третий раз за сегодняшнюю программу я должен буду повторить, что наше общество, к огромному сожалению, любит питаться мифами. И один из тоже очень устойчивых мифов гласит, что вот первые там полгода войны, да, страшные потери понесла кадровая Красная Армия, ну, фактически разгромлена на границе. А при этом, благодаря валу публикаций за последние там 20 с небольшим лет, все уже узнали наконец-то о том, что были и такие войска НКВД. Но при этом заговорили теперь о том, что войска НКВД в боях
с немцами не участвовали. А их главная задача была это охрана тюрем и лагерей, чтобы никто, значит, не разбежался, чтобы внутри страны не вспыхнула Великая Отечественная война. Вторая гражданская, да, как ее стало модно называть. Вот вы же помните, да, знаменитое, вот закавычено, да, знаменитое письмо господина Подрабинника, да? Это не ваша уже страна. Какие вы ветераны? Вы кто, простите? Вы охрана концлагерей, да, советских, вы вертухаи, все. Вот этот тренд, он, несмотря на то, что выходят публикации, да, в том числе о том, как воевали полки и дивизии Народного комиссариата внутренних дел, все равно он почему-то превалирует. Ну вот почему так? Ну, если более полувека вдалбливать в общественное сознание, я имею в виду, начиная с 56-го года, когда... Ну, 20-й съезд, с пресловутого 20-го съезда, который даже американские историки назвали глобальным мошенничеством, в частности, Говард Фрер. Даже они уже поняли, что глобальное мошенничество до наших никак не доходит. Так вот, если 50 лет к ряду и более, так сказать, вдалбливать в общественное сознание, что НКВД только вертухаи, так сказать, там чуть ли не палачи собственного народа. Вы сказали то, что не посмел сказать я. Вот, то, естественно, так сказать, народ и будет это воспринимать. Тем более, что это активно, к сожалению, поддерживается вместо объективного разбора истории, активно поддерживается и даже официальными инстанциями. Так вот, чем занималась НКВД в первые месяцы? Значит, прежде всего, именно пограничники обеспечили проспавшей войну Красной Армии и ее генералам возможность подняться по боевой тревоге и все-таки принять участие в боевых действиях. Именно пограничники держали границу до тех пор, пока части Красной Армии не подходили. Происходило это и сутки, и двое. Бывали там, что и по 5 часов, но, как правило, сутки. Красная Армия не могла в течение суток подойти к пограничникам, хотя они обязаны были это сделать практически сразу. Ну, по плану прикрытия государственной границы. Да. Значит, именно пограничники прикрывали потом отходы Красной Армии. Ни одна из 485 пограничных застав не отошла без приказа. Либо погибали, либо отходили по приказу. Причем, как правило, по приказу своего командования. Вот. Это что касается пограничных войск. То же самое, так сказать, и внутренние войска. Они охраняли тыл, они прикрывали арьергарды Красной Армии. Они обеспечивали, так сказать, безопасность в зоне боевых действий, значит, частей Красной Армии. В этом нет ничего предрассудительного. Это делают практически во всех государствах мира. И тыкать пальцем чекистам за то, что они участвовали в этих мероприятиях, извините, просто подло. Что касается охраны государственной безопасности, охраны, так сказать, там тюрем и прочее, это тоже происходит в каждом государстве. Везде есть тюрьмы. Везде есть охрана, и тем более, так сказать, в особо тяжелые периоды государств эта охрана всегда усилится. Но это не значит, что Лаврентий Павлович очень, так сказать, старался увести свои войска от участия в боевых действиях. Ничего подобного. Слава Богу, в этом его еще никто пока не обвинил. Вот. Это, наверное, предстоит. Ну, это пытаются делать, так сказать. Есть такой миф, что он, наоборот, старался держать их в тылу, там, где они жировали, так сказать, там, морды отъедали, пока страна там голодала. На самом деле, ничего подобного. Вы знаете, что первые 15 дивизий НКВД были созданы уже 29 июня. Армейский генералитет настолько тщательно губил регулярные части, что пришлось создавать дивизии НКВД, причем для участия в обороне Москвы уже 29 июня, потому что Сталин уже понял, до чего доведут генералы. 29 июня было создано первые 15 дивизий для участия в обороне Москвы, для участия, так сказать, в обороне на южном направлении, потому что части НКВД могли стоять насмерть, в отличие от регулярной Красной Армии. Они еще в финскую войну себя показали как суперэлита, которой по плечу любые задачи, просто любые. И, кстати говоря, это вызвало такую нездоровую эйфорию у армейского генералитета,
там, где они не могли добиться какого-то серьезного результата, они пытались выманить пограничные или внутренние войска, части эти, и поставить их на передовой, чтобы они решили эти тяжеленные задачи. Ну, Лаврентий Павлович, так сказать, во время Финской войны быстренько прекратил это издевательство над своими войсками. Но тем не менее, ведь мало кому известно, что в оборону Москвы держали чекисты прежде всего. Но у нас сибирские дивизии. Правильно, и они тоже участвовали. И великий поклон сибирякам и уральцам. Великий поклон. Великий поклон. Так на них все и закончится. Никто не будет знать, кто там был еще. Вот. И участвовали армии даже, ведь даже армии саперные формировали чекисты. Потому что армейский генералитет настолько себя опозорил в первые полгода. Настолько опозорил, что формирование даже саперных армий доверяли чекистам. Я уже не говорю о том, что командующего Московским военным округом сменили прямо накануне войны. Вместо Тюленева поставили Артемьева. Ну, выходец из НКВД, да? Да, сотрудник НКВД, генерал НКВД. Вот. То есть армейский генералитет не был способен в первые месяцы как-то добиться серьезного результата. Что касается того, как Лаврентий Павлович распоряжался кадрами, так сказать, насчет вот этих вертухаев ГУЛАГе, очень интересная одна есть фактура. Значит, при перевозке заключенных из угрожаемых мест, где, так сказать, назревала оккупация и отступление наших войск, конвоиры, конвойные войска, допустили несколько случаев, значит, самосудного расстрела. Тогда ведь действовала формула: шаг лево, шаг право, расстрел на месте. Так вот, за неправомерные действия при эвакуации заключенных 219 человек пошло под суд, из них 20 под расстрел. Лаврентий Павлович... Во время войны. Лаврентий Павлович собственными руками, негодяев, которые нарушили советский закон, отправил под расстрел и на передовую. Вот так он берег свои войска. То есть они не жировали. А когда еще в 42-м году, так сказать, там обнаружились безобразия в системе ГУЛАГа, так сказать, резко повысилась смертность, ГУЛАГе, ну, это немножко объяснимо в том смысле, что поставки продовольствия резко ограничились. Тогда всей стране было тяжело. Тогда всей стране было плохо, но тем не менее, там чересчур уж было. То Лаврентий Павлович создал специальную комиссию, проверили, и огромное количество этих балбесов-воров пошло на фронт в штрафных батальонах. Вот как он действовал. И еще один факт, уже более, так сказать, такой приятный. Мало кому известно, что НКВД обладал отдельной армией. Она сначала называлась действительно отдельная армия НКВД, впоследствии это была 70-я армия НКВД. О ней с большим уважением написал величайший, я считаю, маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский в его знаменитой книге «Солдатский долг». Он с большим уважением описывает деятельность этой армии, ее роль в Курской битве и так далее. То есть она была целиком полностью укомплектована сотрудниками НКВД. Огромное количество. Там счет шел на десятки тысяч. Короче говоря, практически весь предвоенный состав пограничных войск и примерно 50% войск НКВД участвовали непосредственно в боевых действиях. А пограничники практически все, потому что границы уже не было. Естественно, они участвовали в операциях по охране тыла, там для таких специальных подразделений, диверсионных, разведывательных и так далее. Но прежде всего, конечно, по охране тыла, потому что это их специализация. Вот. Блестяще себя показали, огромное количество. Да, одним из первых указов, если мне память не изменяет, в августе, в конце июля и в начале августа 681 человек из числа сотрудников НКВД, то есть там пограничники, внутренники, железнодорожники,
были награждены высокими правительственными наградами. В том числе несколько человек были представлены к званию Героя Советского Союза. В начале войны, как вы знаете, власти не очень, так сказать, стремились награждать. Потому что не было. Не за что было награждать. Так вот, нет поводов для радости-то. Пограничников наградили. Там примерно две трети из этих, из того числа, которое я назвал, две трети – это пограничники. Их наградили. Это посмертное награждение или еще живые? Нет, живых, да. Только среди героев Советского Союза там посмертных есть. А так, подавляющее большинство. Понимаете, в чем дело? Живучесть погранвойск, вообще войск внутренних дел вот того периода, была просто фантастическая. А имея, так сказать, на вооружении всего лишь стрелковое оружие, ну, в лучшем случае, так сказать, ручные там гранаты, и иногда, так сказать, там попадались еще эти минометы малого калибра, 50 миллиметров, ну, это крайняя редкость. Вот при таком вооружении, вы хотите верьте, хотите нет, но они в первую неделю нанесли ущерб немцам просто невообразимый. 100-120 тысяч убитых и раненых по всей линии вторжения, я имею в виду. Примерно одну танковую дивизию уничтожили, я имею в виду все по совокупности. Примерно 15-20 самолетов сбили. Вы представляете, что это за, что за войска? У немцев был приказ зеленоголовых вообще не брать. Да, это известный приказ. Так что это заслуга именно, ведь все гордятся, каждый день, так сказать, каждый год показывают знаменитый фильм, уже тоже легендарный фильм «Государственная граница», прекрасный, шикарный фильм. Но ведь никто не называет, что во главе этих войск стоял Лаврентий Павлович Берия, из которого сделали монстра. А ведь это... Там вообще, по-моему, не говорится, что это имело какое-то отношение к... Да, ни в коем случае не говорят, не хотят этого признавать. Потому что они же там, по-моему, подчиняются каким-то там армейским командирам. Вот именно вот эта серия «Государственная граница» 41-й год. Ну, там это про не, они невнятно это сделали. Там один армейский генерал, один пограничный генерал. В общем, сделали специально невнятно. Только те, которые знают историю органов госбезопасности, только те понимают, о ком идет речь. А... Принципиально вопрос вот так стоит. Это были войска НКВД. Пограничные, внутренние войска, железнодорожные – это войска НКВД. И подвиг чекистов-пограничников – это одновременный подвиг их командира Лаврентия Павловича Берия. Президент Бенникович, когда мы говорим про НКВД в годы Великой Отечественной войны, я не могу у вас, как у... человек, который достаточно долго этим занимался, не спросить вот чего. Вот эти знаменитые наши радиоигры с немцами, да, которых вот участвовал будущая легенда советской разведки, в частности, Абель Фишер, да, это все происходило по распоряжению Берии или вопреки ему? Потому что последнее время почему-то я стал встречать, что как бы Берия не понимал, зачем это нужно, и делалось это чуть ли вот не на уровне какой-то самодеятельности, а потом ему уже доложили, он только тогда оценил, значит, что да, это полезно, это нужно. На самом деле, как это все происходило? Ничего, я просто поражен, так сказать, способностями людей выдумывать такие мифы. Значит, как правило, идеи вызревали непосредственно среди оперативных работников, когда идея вызрела, оформилась более-менее, так сказать, в внятном виде, ее докладывали по начальству, если получали одобрение, то тогда, так сказать, это реализовывалось. Лаврентий Павлович Меркулов, его первый заместитель, Абакумов, это профессионалы очень высокого класса, особенно сам Лаврентий, он в такие игры играл еще в 20-е годы. Тогда, правда, не радио, но просто игра с агентурой на подставе, так сказать, агентурные проникновения. Он эти игры прекрасно знал. Это был ас. Его обдурить практически невозможно. Чтобы он не понимал, зачем нужна игра. Не, ну вы же сами знаете, да, у нас общество обожает находить простые ответы на очень сложные вопросы. А вот почему случилось 22 июня? Вот, значит, армия была не готова. Почему, значит, вот активизировалась там агентура немецкая? А потому что Берия не понимал, зачем он это делает. Потому что вообще он никакого отношения к контрразведке не имел. А что он делал? А он руководил вот все теми же вертухаями. Вот я
понятно, да, я сейчас совсем упрощенно говорю, но вот это базис теории. Да, а эта теория, она потом обрастает уже огромным количеством мифов. Со всех сторон причем. Ну, что ж, людям свойственно, так сказать, искать простые ответы на любые вопросы. Только вот когда начинается такая, так сказать, узкая специализация на антибериевских мифах, на антисталинских мифах, то я всегда вспоминаю выражение, знаменитое выражение великого шутника 20 века Бернарда Шоу. Однажды он разозлился на каких-то, так сказать, деятелей, и которые чересчур уж злобно критиковали, так сказать, не по существу, и произнес такую фразу: «Узкая специализация в широком смысле слова приводит к широкой идиотизации в узком смысле слова». Прекрасные слова. Так вот, у нас вот специалисты по выдумыванию вот этих мифов, по-моему, так сказать, очень здорово подпадают под это правило Бернарда Шоу. Кстати говоря, и Достоевский наш тоже прекрасно однажды выразился. Слишком много развелось специалистов по левой ноздре. Так что я не удивлен. Просто люди не хотят знать, не хотят что-то почитать, подумать, проанализировать. Может быть, жизнь так заставляет их, что, так сказать, не остается на это время. Но, с другой стороны, элементарные хотя бы сведения, так сказать, знания по истории собственной страны, по истории собственного государства, можно же иметь. В конце концов, это не так уж трудно. Да, я понимаю, что в современном обществе, к сожалению, так сказать, дети не очень-то могут получить серьезные знания по истории, особенно после введения этого ЕГЭ, но... Тем не менее, литературы предостаточно. Надо просто желать изучать. Арсен Бенич, а знаете, я вот здесь с вами поспорю. У меня же здесь раз в неделю приходят гости, да, в программу «Теория заблуждений». Я всем вам говорю: господа, вы зайдите в любой книжный магазин столицы нашей Родины, посмотрите, что стоит на полках, над которыми написана «Вторая мировая война». Вы будете очень сильно удивлены, там ведь, например, может быть полное собрание сочинений всех битых немецких генералов, да, которое будет обильно подправлено с двух сторон сочинениями, например, господина Соколова Бориса, да, сочинениями уже упоминаемого нами сегодня Владимира Богдановича Резуна, сочинениями Солонина. Я могу это перечислять бесконечно долго. Какие вообще познания ты из этих книг можно получить? Ну, кроме того, что мы никогда ни к чему не готовы, мы просто так глупы. Все, ну, вместе. Я согласен, да. На книжных полках, в этих магазинах, да, присутствуют эти книги, но тем не менее там огромное количество изданий российских авторов. Огромное количество. Я в данном случае не о себе говорю, хотя я тоже уже 20 книг выпустил, но это и труды и Колпакиди, и Прудниковой, и Кремлева, так сказать, и Юрия Игнатьевича Мухина, и Дюкова, и многих-многих других. Знакомых фамилий называйте, Пыхалов, уже здесь. Да, Пыхалов. Прекрасные книги, прекрасные, так сказать, исследования создали. Прекрасные просто, так сказать, иной раз я даже как автор тоже иногда, так сказать, завидую белой завистью, что такие прекрасные... Ты Моцарт гений. Да, то есть вопрос в том, что хочет человек прочитать. Если его интересует серьезная история, то он не будет читать фон Бока «Я стоял у ворот Москвы». Это он потом уже, когда, так сказать, детали московской битвы будет изучать, тогда обратиться к этой книге. А вначале он почитает Пыхалова, Мухина, Дюкова, других. То есть серьезную аналитическую литературу. Но если ему охота знать только, что немцы писали, ну, извините, по Конституции разрешено. Никто не запретит. Ну, пожалуйста, читай. К сожалению... какого-то, так сказать, нормативного объема знаний по истории, тем более по такой актуальной истории, как Великая Отечественная война, у нас нету. А то, что там в учебниках, ну, извините, это мне даже стыдно рассказывать. Ну, это просто вот, да, к той истории, о которой мы с вами сегодня говорим, да, вот войска НКВД, которые тоже мифологизированы, и причем резко в отрицательную сторону, да, это вот... И простите, я вот вас перебью. Вот у нас считается, что Сталинградская битва,
Сталинградская битва якобы спонтанно началась, так сказать, вот докатились. Тоже спонтанно. То есть мы опять-таки ни к чему не готовились. Докатились до Волги, значит, отступали, так сказать, вот настолько тупые, не могли ничего сделать, вот отступили до Волги, и там только вот зацепились, Сталин дал приказ ни шагу назад, и вот и поэтому. Да ничего подобного. Знаете, когда первый приказ был Сталина о подготовке к Сталинградской битве? Не поверите. 2 и 9 октября. 41-го года. Да. Первые приказы. Последующий был уже 11 ноября. Получается, что верховный главнокомандующий предвидел то, что некоторые наши генералы устроят весной и летом 42-го года. Ну, в том, что они устроили там, так сказать, конкретно предвидеть невозможно. Но то, что он подозревал это точно. И плюс он прекрасно знал южный вектор агрессии Гитлера. Южный вектор у него четко был прописан, он знал это еще с самого начала. Это не означает, что у него в сознании превалировало юго-западное направление, как обычно считается. Он на самом-то деле считал самым опасным направлением западное, то есть в полосе компетенции западного округа. Кстати говоря, насчет предвоенной, да, тоже очень интересный момент. Вот последняя, как говорится, проверка перед войной с помощью воздушной разведки, она была проведена именно в полосе западного округа. Не юга, не киевского, а именно западного округа. То есть Сталин прекрасно понимал значение этого направления. Но в то же время он отлично знал, что Гитлер идет в южную сторону. Его задача была, так сказать, пройти через Кавказ на Иран, и дальше на Индию, потому что это один из вариантов, так сказать, был достичь Индии. Поэтому он заранее начал там готовить оборону. Заранее. Вот все знаменитые названия по Сталинградской битве, они все впервые встречаются в приказе от 2 октября и от 9 октября. Причем самое интересное, что это было опубликовано еще в советское время. И никто не хочет замечать этого. Ну, Сталин вообще понимал, насколько там будут тяжелые бои? Да, да. Вот именно вот в этих приказах 2 и 9 октября 1941 года. Там, что это вот дойдет вот до вот этих вот уличных боев, дом Павлова. Ну, до дома Павлова, может быть, так сказать, он и не мог предвидеть. Это, в конце это фигура концов, речи. Да, он в конце концов не бог был, хотя его так считали. Вот, но то, что он предвидел огромный масштаб этой битвы, четко видно, он так на дальних подступах уже начали готовить. На дальних подступах. То есть там 2-3 эшелона, так сказать, обороны строилась. Заранее. Представляете? Даже вот такая вещь. Еще не началась фактически Сталинградская битва. Еще не началась. А он в июле 42-го года резко увеличил выплаты за сбитые транспортные самолеты немецкие. А чем это объяснялось? Началась подготовка к Сталинградской битве, началась подготовка к будущему кольцу. А транспортная авиация – это единственная возможность перебросить туда необходимые немцам грузы. И когда этот приказ вступил в силу, когда уже кольцо замкнулось, когда началось, так сказать, уничтожение окруженной группировки, если вы помните, там только авиации они пытались спастись. Ну, Геринг сказал, мы по воздуху обеспечим 6-ю армию всем необходимым. Знаменитые слова. Да, знаменитые слова. Каждый второй самолет сбивался. Сталин заранее предвидел. Но вот с кем бы вы ни поговорили про события июля 42-го года, никто не будет вспоминать этот приказ. Вот это время четко, абсолютно у всех будет зафиксирован приказ 227. Все. Ну, здесь единственный критерий истины и единственный абсолютно правдивый источник – это ветераны войны. Абсолютное большинство ветеранов войны с самым глубоким уважением отзываются об этом приказе. Они считают, что это был назревший приказ, что это был приказ, во-первых, не прежде всего он касался командиров, прежде всего. И самое главное, они считали, что да, хватит отступать. Это сами ветераны говорят. Я еще не видел ни одного ветерана, а мне уже, извините, за 60,
За свою жизнь я их повидал достаточно. Я не видел ни одного ветерана, чтобы он какое-то плохое слово произнес. Если по заказу, так сказать, ну отдельные бывают, произнесут плохое слово. Ни одного человека я не встречал за свою жизнь. Ни одного. Арсен Бенедиктович, спасибо огромное, что вы нашли время сегодня, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у теории заблуждений сегодня был российский военный историк, да просто, наверное, российский историк Арсен Мартиросян. Беседовали мы о НКВД, о войсках НКВД, это Народный комиссариат внутренних дел, в первые, самые страшные месяцы Великой Отечественной войны. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествует его тень.